В Новошахтинске силовики провели масштабную спецоперацию по задержанию членов преступной группировки, которые занимались разбоем по всей Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона. Задержаны уроженцы Чечни и Украины. Полицейские проводили спецоперацию при поддержке спецназа Росгвардии и сотрудников ФСБ. По версии следствия, группировка терроризировала местных жителей и предпринимателей, члены ОПГ врывались в дома, угрожали их хозяевам и в открытую грабили. Силовики провели обыски по адресам, где проживали задержанные, изъят огромный арсенал, пистолеты, два карабина и патроны к ним. Помимо этого, сотрудники МВД нашли часть средств, которые члены банды украли, но не успели потратить. Возглавлял ОПГ 35-летний Резван Тамаев или Тимур Дикий. Его подручными были 38-летний Аптий Наркаев, 27-летний Магомед Касумов и 41-летний украинец Александр Краличенко. Всех мужчин арестовали, следователи проводят проверку и обыски, а также устанавливают причастность бандитов к другим преступлениям. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.